Здравствуйте! Сегодня мы с вами рисуем необычный узор в стиле Зинард. Сначала мы рисуем квадратик, как обычно 9 на 9, и потом проводим в них линии, разделяя на сектора квадрат. Каждый сектор мы будем заполнять такими зигзагами, волнами разного размера. Как видите, один повыше, другой можно сделать пониже. Теперь в каждом из полученных узоров мы прорисовываем свой какой-то абстрактный узор, придумываем каждую вершинку, чем закрасить. И получается у нас в каждом секторе своя как бы микросреда такая, в которой будет выглядеть по-разному каждый элемент. Ну, здесь я решила дорисовать что-то вроде амеб и всяких странных насекомых, жучков, да, которые могут жить вот в этом секторе. У них есть ножки, у них есть глазки, а вот усики разные. И так мы действуем в каждом из этих секторов, нарисованных нами. Прорисовываем кутики, волосики, разные кружочки, точечки. Таким образом у нас получается совершенно фантастический, абстрактный какой-то мир в каждом из этих секторов. В результате, можно сказать, мы придумываем свое какое-то волшебное создание, да, можно представить, что это живой организм из микробактерий каких-нибудь, да, которые плавают у нас там в пространстве. И, конечно, после окончания рисунка все это можно раскрасить. Я думаю, что это будет тоже интересно выглядеть, но это уже на ваше усмотрение, как вы будете раскрашивать. Ну, а я вам предлагаю вот такие варианты оформления каждого сектора. Вы, конечно, можете сделать по-своему. Кружочками, камушками, завитушками, хвостиками, жгутиками, полосочками. По-разному. Смотрите, творите, придумывайте. Всем пока-пока!